Воспитание терпимости в человеке и противостояние терроризму начинается в семье. О семейных ценностях в современном обществе говорили на международной научно-практической конференции, которая прошла в минувшие выходные в Саратове. На чечено-ингушском подворье в национальной деревне собрались саратовские мусульмане, чиновники и депутаты и специалисты в области защиты детства. Выступающие говорили о проблемах неблагополучных семей, росте детской преступности в стране и ставшей массовой проблеме невыплаты алиментов отцами. Звучали предложение создать при учебных заведениях родительские школы, вернуть уроки этики и семейной жизни для учеников, возродить детский кинематограф. На конференции не обошли вниманием такое современное явление, как распространение в мире идеологии ИГИЛ. По мнению известного толкователя Корана, декана факультета социологии университета Шакра Мухаммеда Аль-Хашима, популярность ИГИЛ строится на невежестве людей, которые и вступают в ряды исламского государства. У них появились какие-то собственные амбиции, собственные интересы и использовали неграмотных людей, недостаточно понятливых людей, и преобладало у них желание показать себе, нежели разумно рассуждать эти дела. Все радикальные действия, которые они проводят, ИГИЛ или другие радикальные организации, они не имеют никакого отношения к исламу. Это мнение всех ученых.